Ще таке запитання. Виконавчий комітет. Дуже багато дискусій і ви висловлювали різні позиції. Спочатку було 16 осіб пропонувалося, зараз вже йдуть мова про цифри там 40, 20, 30 чоловік. Яким буде виконавчий комітет? Перше, що ви будете пропонувати в кількісному складі і що по людях, тобто по якісному, можливо, представники тих чи інших фракцій? Здесь подход очень простой. Это должен быть действительно рабочий орган. Те активисты и представители общественности, которые хотят представлять людей, они имели возможность на выборах получить депутатский мандат. Но, тем не менее, общественность должна контролировать работу исполнительного комитета. И поэтому у нас предложение по организации громадской рады при Мисском главе для того, чтобы общественность принимала решения, имела право выносить проекты решений на заседание исполнительного комитета, на заседание на сессии городского совета. Поэтому на рабочей группе было утверждено количественный состав в количестве 23 человек. И мы 6 вакансий оставляем под представителей общественности. Организаций. В среду мы планируем собрать представителей разных общественных организаций и всех тех, кто подал заявление на работу в исполнительном комитете. У нас больше 160 уже заявлений. Мы хотим прописать четко критерии, которым должен отвечать кандидат, организовать вот такую громадскую раду при мисском главе для того, чтобы каждый из кандидатов, который потом будет предложен этим общественным советом в исполнительный комитет, занимал работу по определенному направлению. Кто-то контролировал бюджет, работал по бюджету, кто-то работал по социальной защите житомирян, кто-то работал по транспорту и так далее. Вот примерно такой подход, ту модель, которую мы видим. Тобто фактично буде 6 осіб від представників громадських організацій. Да, но фракції, ну, те же фракції, те кандидатури, которые подали, они тоже представляют общественные организации. Та же Наталья Волынец, которая подала «Батьковщина», тот же Таргонский, который подал «Самопомощь», это те люди с активной жизненной позицией, которые представляют и волонтеров, и общественные организации, они уже сегодня фактически предлагаются для работы в исполнительном комитете. Шла мова про то, что вы особисто будете проводить співбесіди с всеми членами виконкому. Представители по фракциям мы все-таки доверяем фракции, и мы договорились, что это ответственность фракций, а с теми кандидатами, которые будут предложены общественной радой, с ними, да, естественно, мы будем проводить личное собеседование и личные консультации.